Ну так что будут спрашивать? Ребят, всем привет. Как у вас дела? Что хоть спрашивают там? Вась, ты хоть читаешь? Пока только здравствуйте. Все говорят здравствуйте? Да. И лавит, поставит лайки. А сердечки шлют? Ну, пока, ну уж, миллион. Да? Миллион, миллион, миллион. Привет. Давайте покажем, как люди купаются. Сверни. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить. Спрашивают, это где? Hello. Hello, Миша и Вася. Анастасия. Hello, Миша и Вася? А откуда знают, что это я? Ну, я же сказал Вася. А, как зовут тигрулю? Как тебя зовут, тигр? Собака. Красота. Ну, конечно, это что? Михаил, еще ваше мнение о московском зоопарке? Вот самый важный вопрос на сегодняшний день. Что вы думаете? Что я думаю про московский зоопарк? Да. Смотри, кораблик едет. Лучше плавали, чем спрашивали. Я считаю, что очень много там ненужных сотрудников, которые что-то изучают, непонятно никому и непонятно зачем. То, что Акулова там наводит порядки и создает коллекции хорошие, это хорошо. То, что там мало животных, это плохо. И вольеры, ну, какие-то, по моему мнению, не очень правильные. Вот что я думаю о московском зоопарке. Но есть там очень крутые специалисты. Другой вопрос. Скучаете ли вы по бане в Ростове? Конечно. Слушайте, ну что, вот отсюда можно нырнуть? Спрашивают, а кто такой Вась? Вот он. Питерский Вася. Да, да. Кто не знает Васю? Вася – это человек, который у меня проработал. Сколько ты проработал, Вася? Ну, больше 10 лет. Больше 10 лет. Помогал во всем. Воспитывал животных, ну, то есть, всегда правая рука был, короче. Ну, решил. В общем, как-то так. Спрашивают, почему ты уставший? Я? Потому что я сначала из Ростова-на-Дону приехал в Москву, туда-обратно съездил, проехал почти 3000 километров. И потом из Москвы сразу уехал в Питер, сюда. Прыгай на кровать. Или что ты хочешь? Как там дела? Ну что? Ну прыгай. Да только не сломай. Где написали, в отеле с животными можно. Миша, такой вопрос задают. Любите ли вы срать? Пипец. Нет, такие не надо даже читать. Вопрос. Даже очень. Это просто... Сиди сюда, иди водички попей. Смотрите, какие подушки нам положили. Лена, иди сюда, иди попей водички. Иди вот попей водички. Хочешь водички? Только прыгать сюда не надо. Не надо сюда прыгать. Сейчас я тебе закрою, и оно наберет. Где? На, иди сюда, иди. Нет, прыгать не надо. Нет, прыгать не надо. Иди вот, иди сюда. Иди, вот хочешь попить? Попей. Не хочешь? Не были хочешь, ли рады сотрудники, то, что ты пришел в отель? А они же знали.
Конечно, были. Давайте, вытрогайте. У тебя, говорит, есть документы? Конечно. Лапы и хвост, вот мои документы. Чего ты хочешь, поиграть? Дайте морду. Такие комменты пишут. Тигр настоящий? Да нет. Мы там сзади его надули. Ну, ты же не все читай выборочно. Читаешь, что... Ну, просто пишут настоящий. Привет. Тебе привет. Спасибо. От кого? Не знаю. Полина. Привет из Украины. Так, кроссовки грызть не надо. Нет, Вилу. Нет. Ой. Меж себя смотрит вся страна. Спасибо. Украина, Алма-Ата. Михаил Раков любит. Очень. Правда? Да. Даже очень. Кумы заказываем. Так что если вы живете в Волгодонске или в Ростове, да, или в Ростовской области, у нее всякие доставки. Иди туда. Смело заказывайте. Туда. Прыгай, Лимон. Хочешь на подоконник? Прыгай. Я знаю, ты любишь. Кошки все любят подоконники. Иди, прыгай. Иди. Или сюда прыгай. Прыгай. Все, ложись. Калининград, Украина. Миш, тебя в Украину в гости приглашают. Да. А как сейчас приехать? Все закрыто. Ну. Это же нереально. Открывайте ворота. Да. Что ты хочешь? Что? Да, Миш такой. Настоящий. Извините за беспорядок. Говорит, сегодня на кухне хозяйничать будет она. Я вообще не при делах. Она как бы как комфортно. Нет, тигры не едят ни сладкое, ни фрукты. Вот, попей водичку, я же тебе включу. Чего ты? Вот, попей. Хочешь попить? Вот, включу. Зачем ты залезла сюда? Слезь. И плиту зачем включил? Сейчас лапу поджаришь себе. Ну, нет. Пожалуйста, спрыгивай, давай, иди. Иди отсюда, иди. Иди, вон кровать есть, иди поваляйся. Тебе выделили целую кровать, иди. Ходишь тут, ломаешь все. Сюда ему. Чего ты хочешь? Что? Так мы живем. Привет с Ростовской области. Да? Откуда именно? Привет. У вас есть любимчик среди питомцев? Нет, всех люблю одинаково. Что за отель? Агент Флайт. Вот. Вась, поверни. Вот этот отель, ребят. Очень крутой. Так, походу, ПТ как он. Устал. Бобик сдох, да? Уважаемые дамы и господа, приглашаем вас на экскурсию по ночному Питеру. Ту-ту-ту-ту-ту. Не-не-не, ну-ка, давай, не грози. Представляешь, мы вообще в шоке. Вообще. Ну, что скажешь? Может, на диван пойдешь, а? Тебе специально подушки приготовили. Посмотри, какие. Они говорят, не специально, но мне кажется, это специальная подстава.
Что, ничего не спрашивают, интересно? Спрашивают, скажите, вы для них отец или вожак Прайма? Прайма? Угу. Или Прайда? Прайма. Ну, может быть, Прайд. Ну, для кого-то Прайм. Ласково, наверное. Да не, ну какой вожак? Сосед. Получал, получался. Я для них кум. Ну-ка, нельзя. Это нельзя кушать. Это казенное добро. Нельзя. Да знаешь что? Что ты там почувствовал? Сколько спит тигр? От 16 до 20 часов в сутки. И когти убери. Деловая. А? Кто хулиганит? Вот вы говорите, как наказывают. Смотри. Кто хулиганит? Кто плохой тигр? Кто плохой? Интонацию повышаю. Голос ей все, они понимают у меня. Да? Да? Точно? Смотри у меня. Папа ругать будет. Папа будет ругать. Папа будет ругать. Ну все, ребят, всем хороших выходных. Салям алейкум. Всем всего доброго. Все, пока. Завершаю эфир.